Я Катя Каренина. Ну что, настало время выйти из сумрака и начать новую серию видеоблогов Каренина ТВ. Специально для блогеров, которые написывают мне постоянно, что же лежит у меня в багажнике. Сегодня я вам покажу. Пошли! Все тайное иногда становится явным. И так попрошу, причем специально не убиралась. Начнем с основного, наверное, орудия современной женщины – бейсбольная бита. На самом деле, подарок ребят на автоэкзотике, когда машины выставлялись на стенде, видимо, для ночной охраны, инструкция по уничтожению вируса. Конечно же, наверное, вы не представляете Катю Каренину без шлема. Я, в принципе, себя тоже без него не представляю. Это мой легендарный шлем, который всегда со мной. Причем для поездок в Наскаре и на Валюшине, когда я выезжаю на трассу. Вот такая вот история с пауком. Пауки у нас везде, поэтому, я думаю, для вас это не новость. Еще хочу похвалиться, мне подарили второй шлем для пассажира. Причем именно автомобильный. Обратите внимание, у него нет забрала, как на мотоцикле. И подарок на день рождения тоже, ребята, спасибо огромное. Подарили мне радиостанции, с помощью которых можно общаться с оператором, который за камерой, либо с механиком, который в момент выезда тоже дежурит. Что еще? Ну, конечно, календарь. Понятно, что люди все-таки иногда просят что-то на память, поэтому приходится расписываться и отдавать в таких вот календариках. Ну и какой же Evolution без масла? Конечно же, модуль 540 не буду особо рекламировать. У каждой девушки должна быть обязательно 2-литрушка масла в багажнике. Еще у меня есть провода на случай, если вдруг сядет аккумулятор. Ну и, конечно же, для съемок специальные наклейки на номера. Коробка с сертификатами. Конечно же, после прохождения курса ученикам раздаем вот такие вот сертификаты о прохождении. Визитки с ниндзя-тапками – последняя наша история. Как любому инструктору, конечно же, крым для загара. Такая жара была. Кстати, все очень часто спрашивают, где я так загорела именно на работе. Блин. Блин, я думаю, вообще обязательная история. Вы не поверите, у меня есть книжка «Илья Резника». С автографом и со стихами, смотрите. Много всякой всячины, даже есть стеклоомыватель летний. Зачем она здесь? Но она здесь нет. Ни для кого не секрет, что пауки у Каренины везде. Обратите внимание на клапанной крышке и на ресивере. Конечно, рассмотрев всех пауков снаружи, вы понимаете, что внутри без них тоже не обходится. А вот один друг – это запах. Подружка подарила. Второго подарили на телефон, но неудобная история, поэтому я повесила его здесь. А третий, конечно же, живет на торпеде. Сегодня хвалилась огромным количеством пауков в своем семействе. И самому внимательному, кто смотрел это видео, я хочу подарить кружку из коллекции новых сувениров. Напишите мне первым ВКонтакте, сколько их было в сюжете, и кружка ваша. Счастливо! На самом деле, мы решили просто его лицо снять, чтобы посмотреть разницу. Не отключайтесь, сейчас все будет. Да, эксперименты ради. Страшно тебе? Да.